Что вы видите, Тоня? Я вижу бабочек. Много бабочек. Я все прощаю. Я влюблена. Ах ты, девка! А за что, барышня? Привет, меня нет. Устала. Спой мне. Ой, это ты, река ли, моя реченька. Ой, это ты, река ли, моя быстрая. Ой, это поля наши дорогие. Ой, это берега. Здравствуй. Ты же у меня такой, у тебя все и фигура, и лицо. Ты у меня самый любименький мой. Понимаешь, у меня ведь отец такой. Он меня никогда никуда не отпускал, все время дома держал. Ко мне как к маленькой девочке относился, да и сейчас. А я ведь давно уже не ребенок. Я знаю. Ты это знаешь, а вот он нет. Люда. А я ведь и в школе не училась, дома сидела. Никуда меня не отпускала. Люда, послушай меня. Экзамен экстерном сдавала. Что? Он тебя просто очень сильно любит. Сильно, наверное. Как и я тебя. У воробушки ножки подломились. Стала воробушка падать. Стала воробушка вставать. Стала воробушка по кругу плохо летать. Я ведь красивая. Почему ты не берешь меня с собой? Ты же не собака. Ты же птичка. Когда же ехать? Сейчас! Сейчас? Сейчас или никогда? Едемте! Едемте! Повелительница моя! Вы мой повелитель! Вы жестокий. Паратов, руку Ларисе целую. Чего? Ничего, руку Ларисе Паратов целую. Я этой жидовке? Тебя ждать? Ну, тогда я пошла. Всевозможные даосские практики, обретение внутренней силы и контроль над ней. Где-то работаете? В Ромодоре, в химлаборатории. Раньше в морге работала. Вы знаете, сколько платят за ночное дежурство в морге? Ноль! А как мне прожить на эти деньги? Как? Да я... Слушай, я не знаю. Ну, рассказывайте. Деньги получили? Все до копеечки. Очень хорошо. Теперь целый год продержимся. Когда? Через 2 недели. Я ведь детей с мужем оставила. А муж, кадр ненадежный. Он убил моего брата. Я его убью. Салима, возьми себя в руки. Ты солдат. А если бы он убил вашего брата? А жить так холодно. Откуда?
болезнь прогрессирует. Слышно, что в Швейцарии на водах достигают отличных результатов, но учитывая, сколько вы задолжали мне, в Швейцарии, конечно, у вас дело не дойдет. Ну, Григорий, я тебя прошу, уйди, ради бога. Прошу тебя, уйди, ну, ради бога, это не баб гипнотизировать.